Здравствуйте, друзья! Рада приветствовать вас на нашем канале. Я беру масло сливочное, оно достаточно мягкое. Его нужно будет размять, поэтому оно должно быть мягкое. Вот такое. Можно его даже еще немножечко или подогреть, или просто подержать вне холодильника. В масло добавим чайную ложку горчицы и лимонный сок. Все перемешаем. Я возьму каперсы и измельчу их. Вместо каперсов вы можете добавить или зеленые оливки, или заменить это солью. Рыбу я буду резать небольшими кубиками, так чтобы ее чувствовалось в масле. У нас рыба соленая, домашняя. Если вы хотите засолить также, у нас есть рецепт на канале. Вот такими кусочками я это буду добавлять в масло. На пищевую пленку выкладываем наше будущее масло. Закрываем пленку. У нас должна, в принципе, получиться колбаска. Убирать в морозилку будем до застывания масла. Спасибо, что смотрели это видео. Благодарю вас за лайки. Подписывайтесь к нам на канал. Не забывайте включать уведомления.